Слова международных экспертов, которые видят происходящее на Донбассе своими глазами, так же, как и репортажи наших корреспондентов с места событий, явно противоречат заявлениям западных политиков и журналистов с их рассказами о мифических российских войсках и об агрессии ополченцев. У жителей США и ЕС все больше вопросов к тому, что вместо конкретных фактов им предлагают в новостях на родине. Ну, чувствуя, что развязанная информационная война идет не так, как было запланировано, Брюссель бросает на это направление новые силы. Главе дипломатии ЕС Могерини уже поручили курировать новую масштабную программу по противодействию работе российских СМИ. Подробнее Антон Лядов. 3 месяца на то, чтобы собрать команду, обучить журналистов и подготовить целую программу противодействия российским телеканалам, радиостанциям и газетам. Документ Европейского совета, в котором содержатся подробности, сейчас под грифом «Секретно». В СМИ попало всего пара предложений. Лидеры Евросоюза на встрече, которая пройдет с 19 по 20 марта, поручат высокому представителю Могерини до следующего саммита в июне подготовить план, как поддержать свободу СМИ и европейские ценности в России. Распространение европейских ценностей. Смысл этой, казалось бы, безобидной формулировки кроется в самой фигуре Федерики Могерини. Глава дипломатии Евросоюза уже рассказывала, как нужно работать с российским гражданским обществом. Мы работаем над стратегической коммуникацией, чтобы противостоять пропаганде на русском языке. Предполагается создать целый канал с потоковым вещанием, ежедневными программами. Трансляции будут вести на русском языке. Планы по созданию русскоязычного европейского канала уже поддержали Польша, Швеция, Дания, Германия, Нидерланды, Литва, Великобритания. Дипломаты понимают, что проигрывают информационную войну России. Важная пометка. Информационный десант понадобился срочно, так как информация российских журналистов, описывающая ситуацию на Украине, а именно наших репортеров на Донбассе всегда было большинство, стала распространяться слишком широко. Вот как европейские редакторы сейчас борются с этим. Берут чужой материал и придают ему свой смысл. Сюжет немецкого канала ЦДФ от 30 января. Углегорск. Корреспондент за кадром. Углегорск, город в примерно 50 километрах от Донецка, стал очередным населенным пунктом, который сепаратисты стерли с лица земли. Это эпизод репортажа военного корреспондента канала России Евгения Поддубного. Это его съемочная группа вместе с ополчением попала под обстрел, когда украинская армия разрушала город. Вот оригинал. Под обстрелом бойцы, офицеры и глава Донецкой Народной Республики. От канала ни объяснений, ни извинений. Запад боится правды. Потому что кто бы и в чем не обвинял российские каналы, но российское телевидение показывает правду. Возможно, это правда чудовищная с точки зрения тех преступлений, которые творит Украина, убивая своих собственных сограждан. Но именно такие факты, документальные факты, они оказывают самое мощное, самое сильное воздействие на людей. Этого воздействия во что бы то ни стало пытались избежать во время Всемирного форума в Давосе в январе. Там перед выступлением Петра Порошенко активисты развернули плакаты с надписями «Фашизм не пройдет», «Вспомните Одессу». Их задержали. В крупнейших европейских СМИ ни слова. Рассказал про акцию канал Russia Today. Тот самый, которому в Лондоне запрещали вывешивать свои рекламные плакаты, а также против которого британский медиарегулятор Ofcom развернул целую кампанию, преподнеся ее как борьбу с пропагандой. Руководство канала было вызвано на встречу после того, как канал признали виновным в нарушении норм британских вещателей. Им было сказано, в случае повторных нарушений они будут лишены лицензии. Довольно скоро и Соединенные Штаты Америки, и Англия, и часть Европы будут начинать сказать, что надо закрывать эти источники. Они могут это делать разным способом, они могут выключить спутниковые каналы и так далее. Это только начало новой информационной наступления со стороны Запада. Тема возвращения Крыма в Россию, пожалуй, до сих пор остается главным поле битвы за объективность. Информационную блокаду удается прорывать только сейчас. В Симферополе сегодня открылся пресс-центр Международного информационного агентства «Россия сегодня». Мы связываем этот центр с Москвой, с Берлином, с Лондоном, с Дубаем, с Дели, со всеми пресс-центрами в мире, которые у нас есть. Более того, мы можем связать, благодаря современным технологиям,
наш пресс-центр в Крыму с любой точкой мира, даже с той, где пресс-центра нет. И таким образом любой человек в мире может задать вопрос крымчанам и спросить, действительно ли они хотят, так сказать, быть в России или нет, что явится подтверждением результатов референдума. То есть таким образом мы разрушаем информационную блокаду, которую кто-то хочет вокруг Крыма построить. Одним каналом, заявляют эксперты, Запад не ограничится. Американский Сенат уже обсудил финансирование сразу для трех каналов на русском языке, которые в ближайшее время начнут вещание в Эстонии, Латвии и Литве. Антон Лядов, Маргарита Аваян, Вести.